Звезда 90-х годов Андрей Губин впервые рассказал о своей болезни, которая его одолевает уже около 10 лет. Певец признался, что очень плохо себя чувствует. Он не может ни петь, ни разговаривать, так как у него разваливается все тело и болит лицо. Такие боли у артиста возникают из-за левосторонней прозопалгии, которую Губина диагностировали медики еще в 2007 году, передает газета «Собеседник». «У меня плывет вся левая сторона лица, на шее какие-то полосы. Не чувствую половину тела, а врачи говорят, что все нормально. Внутри я себя чувствую нормальным человеком, но лицо как железная маска», – рассказал артист. В интервью изданию Андрей Губин сообщил, что именно из-за болезни он одинок. Артист отметил, что не может даже мечтать о семье и детях, так как у него не хватает сил иногда даже за собой следить в тот момент, когда все тело охватывают дикие боли. «Я одинок. Ни с кем не общаюсь, потому что стеснительный и боюсь кого-то побеспокоить. У меня не было девушки, на которой я бы хотел жениться», – рассказал Губин о своей жизни после ухода с большой сцены. Также Андрей добавил, что продолжает жить творчеством. Не имея возможности выйти на сцену, он зарабатывает тем, что пишет песни другим артистам. По его словам, доход от авторской деятельности у него составляет всего 15 тысяч рублей в месяц, на которые кумир 90-х годов ведет достаточно отшельнический образ жизни.